Всем привет, мои хорошие! На дворе второй день лета. No! А нас продолжает также затапливать. Несколько минут назад закончился дождь. Насос включили с утра. Вчера целый день работал. Холодно. Середина дня, а у нас плюс 9. Ну, я уже постаралась как-то успокоиться, что некоторые растения у меня просто сгниют в воде. Ну, что поделать? Муж говорит, меньше тебе придется ухаживать. Ну, тоже есть в этом своя логика. Ну, а чем себя можно порадовать в непогоду? В дождливую, плохую, холодную погоду. Вкусненьким. Это шашлычки и домашние вкусняшки. Личи домашние. Помидорчики свои маринованные, зеленый. Лучок. Очень вкусный маринад. Потом, когда будем в следующий раз делать шашлыки, я вам расскажу и покажу. А пока угощайтесь. Тут на всех хватит. Видите, какая маленькая мисочка. Приятного аппетита. А я всем вам желаю мира, добра, любви, здоровья, счастья. Всем пока-пока.